Девочки, всем привет и всем доброе утро. Я такая помятая, я что-то заболела опять нос. А Никуль у нас выздоровел, да, Никуль? Да. Сейчас буду собирать сумку. Надо быстренько сейчас собрать за час сумку, чтобы потом еще часика два можно было позагорать. Ну, грубо говоря, только купальник мне не убирать, потому что полотенце все здесь как бы есть, крема там все, шампуни. Вот. Сейчас оставлю, в чем поеду. Ручную кладь соберу и еще сумку. Девочки, ну что, процесс уже почти завершен. У меня, я думала, я все в один чемодан. Но нет, сестра мне дала еще вот красный чемодан. У меня получается два полных чемодана. И вот это вот сейчас попробую туда упихать, потому что здесь 18, здесь 17, можно 22. Но может быть сейчас еще бабушка, может у нее там не уместится. И плюс ручная кладь. Там у меня будет телефон. Фотоаппарат, очки, такое вот хрупкое, и одежда, которая мне нужна пока. Вот это я приготовила. То есть вот это надо еще все уложить. Без этой коробки, конечно. Вот. Это надо все сейчас доложить в чемоданы. Вот. Это то, что я оставляю сейчас пока купальник. Сейчас буду купаться. И вещи, в которых я поеду. Вот. Это тоже в ручную кладь пока. Ну, потому что там в самолете будет холодно 100%. Это я приготовила уже, в чем я поеду. Вот еще шлепки надо пойти забрать. Девочки, наконец-то! У-ху! Моя сумка! Кошелька нет, блин. Вот, так что вот такие дела. Привет, Алёш! Привет! А! Я накатался. Ты накатался? Надо еще чуть-чуть. Так, девчонки, ну что, чемоданы мы собрали. И сейчас позагораем 2 часа и будем уже собираться и выезжать. Конечно же, искупаемся в бассейне. Девочки, ну что, осталось еще час позагорать, и идем уже собираться, мыть голову и выезжаем. Сижу на ланае тут бассейн. Девочки, ну что, идем последний раз к океану. Кинуть монетки, чтобы мы обратно вернулись. Буквально 10 минут, и нам надо уже выезжать. А еще, как обычно, куча дел, которые никогда не подождет. Подождет ваш... Или как там? Подождет вас ваша куча. Ой, сегодня прям неспокойный. Ого.
Сейчас не... Prepare to turn left. Честные, честные. А там тоже красиво. Мы обратно поедем с той стороны, обратно снимешь. Вот здесь вот уже мы въезжаем в самую дорогую часть. In 1/4 mile, turn left onto Coconut Grove. Видишь, как красиво здесь. Тоже правда красиво. Очень. За счет этих пальм назвали его Palm Beach, потому что это от слова пальма. Пальмовый пляж. Turn left. Здесь такая маленькая Италия, как будто. Вот в Италии тоже такие маленькие вот домишки, вот такие ресторанчики, смотри, какие красивые, вот исторические такие вот. Да, здесь называется маленькая Италия. Старый-старый город здесь. И вот он в разных стилях. Дочура, там бы я смотрю, как по океану, наверное. Да, да. Там океан. По карте смотришь? Нет, я вот там смотрю. Да. Выход к океану. Мы сейчас едем, прямо на океане будет стоять этот отель. Там очень красиво.
там, где флаг, это и есть вот этот вот отель. Да, Брайкер называется. До резиденции Трампа. Сейчас пойдем посмотрим, пофотографируемся. Резиденция Трампа. То есть это отель, в который, наверное, Трампа, я так понимаю. А он сюда приходит каждый день на завтрак. Это его традиция. Посмотрите, какая люстра и как расписаны везде потолки. То есть мы опять же просто так зашли. Нас никто не обыскал, ничто у нас не спрашивает. Мы просто зашли. Здесь вот вечером играют эти фонтаны музыкальные. Давай я тебя сфотографирую, вот там вот красиво будет. Угу. Мы потом пойдем еще. Сейчас нету еще. Вечером здесь шампанское пьют обычно. И... Так, а мы продолжаем. Посмотрите, какие здесь потолки. Люстры. Там главный ресепшн. Главный центральный вход. У нас буквально 20 минут, чтобы войти весь отель и пофотографироваться, естественно, сделать 1000 фотографий. Фотографируемся на новый телефон, потому что он самый неглючный. И этот отель считается самым лучшим во всем мире. Практически там, по-моему, второе или третье место. Не знаю, какое первое, это я все пересказываю, что Вера мне рассказывала. Бегу просто в режиме быстро-быстро. Девочки, здесь обычные совершенно люди. Все в шортах, в трусах. Пойдемте дальше. Разворачивайся. Там бутики. Все, да, вот смотрите, как бы никого нет таких вот скалярских обычно. Люди, может быть, тоже пришли посмотреть. Потолки все отделаны золотом, сусальным, центральный золото. Здесь будет какое-то собрание по-нашему. Здесь бал, здесь танцуют. Свадьбы, балы. Балы. Здесь выходите. Ну, свет не горит, не видно. Ну, все равно. Бал. Понимаешь, да? Не видно. Океан. Вещи. Вот он океан. Там пиано-бар, там пианино стоит, и здесь тоже танцуют. Ну, темно еще, и не подготовили. Да-да-да, ну ты не забыла позвонить, надо было позвонить же. Да-да-да. Это натуральные картины, то есть не подделки, ничего, это из этих арт-музеев.
когда я этот же зал, все, выходим, да? Вот здесь очень красивые фото получается. Идем там, где там завтракать. Ladies. Да. Он что-то хочет спросить. Ты можешь пройти, но снять. Куда? А куда мы идем-то? Смотри, какие столы, там рыба настоящая плавает. Сейчас едем, посмотрим. А тут нету места. Пойдем, пойдем. Да, нету. Пойдем? Ну, хотела вас напоить, мы можем сесть, хотите? Не надо, да не надо, пойдем. Пойдем. Сюда. Лобстеры. Ну что, хотите сядем? Нет, пойдем. Мы там по гамбургу сидим за доллар. В аэропорту. Бабушки запьем. Да? Туалет хотите? Нет. Ты ищи мужской. Девочки, туалет, боже мой. Я такая, о, можно здесь сесть и покрасить? Да, выходите. Так, мы выходим, все, у нас вообще совсем чуть-чуть времени.
девочки, улетаем. Ехали в аэропорт. Майами. Девочки, ну что, прошли мы регистрацию, все дела, снимали обувь и так далее. Все, теперь нам до вылета осталось 2 часа еще. Походим по duty free, переоделись уже, джинсы одели. И что вот так. Девочки, нашли мы свой выход, все, сели, дядь Колю посадили. Сейчас с Ниной идем уже, вот так, такие красивые цветочки. Сейчас уже идем, посмотрим по магазинчикам. Но тут 80%, наверное, всего закрыто. Вот видите, пустотень, просто пустотень. Девочки, вот идем, вот все закрыто. Все, видите, там, где вот контроль-то проходим, где раздеваемся, разуваемся, там что-то парочку-троечку открыто. А так, вот, все закрыто. Все закрыто. Ну, походим, что нам. Что-то один какой-то открыт. Вот. $10. $10. Тут вот магнитиков нету, $10. Шлючки Майами. Вообще непонятно, сколько стоит. Да, туда не зайдешь так. Надо Это заманул. А, это что вот на этих? Да, а так ценник надо смотреть. Вон, 68. Ну, я не вижу никаких белков. Ну, все закрыто. Одно только мы увидели. Смотрите, какие здесь милые штучки. Можно смотреть на самолеты. Сидеть на них. Мак косметика открыта, но нам она не нужна. Какие-то сумки, поди стопудово дорогие, тоже нам такие не нужны, не знаю, какого бренда. Хотя что-то знакомое. Все. Наверное, это и все. Никаких магнитиков нету. Девочки, ну что, у нас рейс задерживается на 2.5 часа. Здесь безумно холодно. Вот, сидим, в общем, ждем. Ужас, короче. Сказали, что сегодня Аэрофлот их обзванивал. Но вот у бабушки было 2 звонка, а у меня ничего не было. Вот что значит обзванивал? А тут нет окна. Тут только вот. Вот, и что, смс-ку не забыла пришла прислать? Ваш рейс задерживается. Короче, блин, жесть просто. Девочки, наконец-то мы сели и задержали почти на 3,5 часа. Еще не все зашли. И на улице идет дождик.